танки идут! Танки! Немцев туча! Автоматики, мотоциклисты, туча! А, море! Беги! Кончит его, что ли? Да ну его! Вот с такими Россию погубить можно. Ты, Флотский, погоди Россию хоронить. Вроде танки, а? Приказа об отходе не было? Не было. А раз не было, то будем стоять. Понятно? Понятно. Так, картина ясная. Держать танки, пока идет погрузка на корабли. Отряд к бою! Алло! Сарикай! Есть наш? Никого нет, товарищ капитан-лейтенант. Пристани, перебежка. Отделение перебежкой, пристани, марш! Эх, Таллин, Таллин. Теперь на Ленинград дорога открыта. Отходим. Не гори, Флотской. И на нашей улице будет праздник. Породимся. Давай скорее. Отдайте кого-нибудь. Deutsche Soldaten, mit Blut und Eisen, mit Feuer und Schwert marschiertet ihr durch die Wege von Griechenland und Belgien, Polen und Tschechoslowakei, Norwegen und Holland. Für euch liegt Petersburg, die Stadt der russischen Zaren, Leningrad, das Netz der bolschewistischen Pest. Unser Führer gibt euch diese Stadt. Die Deutschen werden Leningrad einnehmen, so wie sie Athen, Prag, Belgrad und Paris eingenommen haben. Im Namen des Führers befehle ich euch, Soldaten der Nordarmee, Leningrad zu bestürmen! Vorwärts! Vorwärts zum Sturm! Ленинградцы, гордость моя, мне в струе степного ручья виден отблеск Невской струи. Если вдоль снеговых хребтов взором старческим я скольжу, вижу своды ваших мостов, зорь балтийских голубизну, фонарей вечерних раи, золоченых крыш острия. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. В этот грозный час испытаний ни один честный советский патриот не может остаться в стороне от великой борьбы. Каждый должен совершенно трезво смотреть опасности в глаза и отдавать себе отчет в том, что если он сегодня не сумеет самоотверженно и мужественно встать на защиту города, то завтра он потеряет свою честь и свободу, родной очаг станет немецким рабом. Ларюша,
Что? Ты покормишь отца и подружек угости. Хорошо, мамочка. А я пошла. Вся страна идет на врага. Поднимается весь народ. И не сломит наших свобод груз фашистского сапога. Не коснется вражья нога нас, наследственный наш оплот, ленинградские берега. Мать, что ты здесь делаешь? Дежурю. Мы, товарищ Мартин, с вашей супругой в противопожарном звене. Дом охраняем от коварного нападения воздушных бандитов. Петр Иванович! Петр Иванович! Петр Иванович! Петр Иванович, вы слушали сегодня радио? Чамбул и так далее. Слышал. Петр Иванович, вы вращаетесь в заводских сферах. Говорят, на Невской прорвался немецкий броневик. А? Вы ничего не слыхали? Что-то было. Теперь понятно, почему в воздухе паленым пахнет. Архивы жгут. Да? Возможно, и архивы. Секундочку, Петр Иванович. Петр Иванович, Петр Иванович, секундочку. Как вы думаете? Я, конечно, верю, что им не удастся захватить Ленинград. Но все-таки, если они войдут, неужели все будет так, как пишется в газетах, а? А именно? Ну, так сказать, что вырежет всех без исключения. Вы член профсоюза? Член профсоюза 18-го года. Вырежут. Это мы еще посмотрим. Что, плохие дела, отец? Почему? А я по носу вижу, что плохие. Раз бодришься, значит, плохо. Отличные дела. Всю Европу бросили на Ленинград. Всю Европу? На один город Ленина. По Невскому пойдут немцы. А на публичной библиотеке будет висеть портрет. Чей портрет? Гитлера. А ты держись. Я держусь. Одних домов в Ленинграде 100 тысяч. На один дом 10 убитых немцев уже миллион. Можно многим пожертвовать, дочка, но Ленинград отдать нельзя. Алло. Да-да. Да, я Маркина. Хорошо. Мы едем. Поехали, девушки. Папочка. Да. Ты из меня тарелки тут вымой, пожалуйста. А я еду по делу. По какому делу? По ленинградскому. Мы едем окопы рыть. Вы тут за нас в тылу не волнуйтесь. До свидания. Тылу. Отставной козы барабанщик. До свидания, Марья Петровна. До свидания, Марья Петровна. До свидания, девочки. До свидания, мамочка. Я скоро вернусь. С Богом. Поел? Поел. Вот что, мать. Мне нужно по делу. Какому делу? По ленинградскому. Я иду в ополчение. А ты не волнуйся.
волнуйся за нас. Нет, это не ПВО, это квартира Маркиных. Квартира, говорю я вам, самая обыкновенная ленинградская квартира. Если мы не сдадимся, грозит Гитлер сравнять Ленинград с землей, а Кронштадт с водой. Ждет от нас ответа Гитлер. Дадим ему ответ. На суше дадим, на море, в воздухе, под водой дадим. Врешь, немец, пока сердце бьется в груди, пока видит глаза, пока руки держат оружие, не бывать фашистской нечисти в городе Ленина. Не бывать! Военный совет краснознаменного Балтийского флота формирует бригады на сухопутный фронт под стены нашей великой морской столицы. И мы проводим балтийцев и поцелуем каждого. И каждому скажем: бейся, матрос, бейся по-флотски, по-балтийски, по-ленинградски. Флага нашего не посрами, чести нашей не запятнай. Чтоб каждый, кто на сушу сойдет, помнил: не Иванов ты и не Петров, а моряк краснознаменной Балтии. Родине нашей, Сталину нашему, Ленинграду нашему, во веки веков! Ура! Ура! Ну что ж, Яковлев, дружок, прощай, флот. Вернемся. Мы же на суше временные жильцы, отвоюем мы назад к себе. Душа горит. Немец к Ленинграду подходит. Ленинград потеряем, крышка флот. А ты улыбнись. Вот камень на сердце, а ты улыбнись. Смерть рядом, а ты засмейся. Вот так, по-матросски. Погоди, по русскому обычаю. Предрассудки. Ну? Так держать. Вижу, симпатичное общество подбирается на сушу. Пиши. Нас уходите, товарищ старшина. Ухожу. Из фрицев капусту шинковать. Батя, давай пожмем друг другу руки. Счастливо, старшина. Во имя молитвы. Туркин, ты много каши не кушай. Военное время. Экономь продукты. Ладно. Не горюй, Лепешкин. Здесь тоже люди нужны. Иди сюда. Оставляю тебе среднее орудие. Береги ее, голубу. Она у меня, стерва, капризная. Добро? Добро. Будем живы, Сергей! Увидимся! Точно! После войны в четверг в Петровском парке жду на рандеву. Ну, Вася, зря концы не сдавай. А как же, гореть так красиво! Хороший народ уходит. Да, золотой фонд. Жирно! Товарищ капитан первого ранга, личный состав корабля, отправляемый на фронт, построен по вашему приказанию. Есть. Здравствуйте, товарищи краснофлотцы! Здравствуйте! Вольно. Вольно! Начать посадку. Есть начать посадку. Жирно! Добра! Ну, шагом! Пыш!
У меня с немецкой пули петушиное слово есть. И цыганка гадала, что умирать мне в море. Ну, а уж если наврала она, что не дай бог, конечно, то прошу из главного калибра за меня пушку, салют теми башнями, а? Аккуратней надо. Простите, пожалуйста, там мой брат. Брат, пожалуйста. Сережа! Маркин! Сережа! Маркин! Сережа, Сережа, Маркин! Сережа, Маркин! Сережа, Маркин! Сережа, Маркин! Товарищ Маркин, вся выборская сторона вызывает вас на рандеву. Да ведь это сестра моя. А где? Варя! Варя! Здорово, Сережа. Здравствуй, Варька. А я тебя сразу увидела. Сестренка моя, Варя. Да, знакомься. Друг мой Яковлев. Здравия желаем, Варвара Петровна. А голосок у вас нежный. Пит, как из главного калибра. Это что, военно-морскому уставу? Так вот здоровается. Пошли, Сережа. Что? Сереж, домой не зайдешь? Не успею. Как дома? Как мать? Мама здорова. У нас тут не растеряли, всех приспособили. Даже она в пожарной охране. Ну, а отец как? Он в ополчении. Ты же знаешь, какой он? Представляю. Ты Галю случайно не встречала? Случайно? Случайно встречала. Ну что она? Ничего, здорово. А где она? Она в МПВО, на свидетельку записалась добровольцем. Варя! 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 Знакомьтесь, я ваша сестричка подруга, Маруся Иванова. Очень приятно. Мы едем на строительство укреплений, мы здесь поезда ждем. Маруся Петрова, на фронт на строительство укреплений едем. Я вашей сестричке подруга. Очень приятно. Значит, представились. А что ж, подружки чинненькие, благоприятные. Она и... Пока. Пока. А на каком участке вы будете? В общем, ищите, где горячей. До свидания, Варвара Петровна. Что ж ты скрывал, что у тебя такая сестра? Да, она у меня выдающаяся. А что? Да нет, я ничего. Шалом! Thank you.
Серега. Здорово, сынок! А это кто? Папа. Здорово, отец! Здравия желаем, папаша! Чего? А знаешь, у тебя родных и знакомых полный рунду. Он случайно тени, родственнички. Галя! Галя! Нет, с тобой по этому городу ходить нельзя. Просто нельзя. Маркин? Сережа, где? Здравствуй, Галя. Здравствуй. Здравствуйте. Записалась? Связистки, да? Ага. А вы тоже? Нет, меня с завода не отпускают. А вы куда? На фронт. Сережа. Сережа, возьми фотографию. Помнишь, мы в Петергофе снимали? У фонтана шути. Помню. Ты вот что, ты себя береги, понятно? Ну ты лучше, Тоня, ты лучше, кораблей берусь. Да. Последние дни Помпеи. Смотри. Стой! А ну вылезай оттуда. Наши. Наши. Вы откуда? Ваши документы. Ой, ей-богу, наши. Ой, девушки, немцы кругом, целая туча, машины, танки, орудия, еле ноги унес. Почему отчасти отбился? Герой. А вы-то кто такие будете? Вы-то что здесь делаете? Вальс-бастон танцуем. Вальс-бастон, ну и танцуйте. А я лично пошел, документ. А ну-ка пойдем. Че пойдем? Там разберемся, чего. Дочь. Иди, иди, обмотки замотай, защитник. Ты смотри осторожнее, заряжен. Знаю. Знаю. Подтянись, пехота, царица полей! Раз, два, три. Ей-богу, наши. Но ты смотри, пожалуйста. Товарищ командир, в бригаде строителей задержан боец, отставший от части. Вот его винтовка, документы.
Вот этот? А ведь где-то я тебе, браток, видал. Ты часом на Балтике не воевал? Воевал. Ну вот. Стало быть, оттуда и драпаешь, да? Ага. Отступаю? Ну да. Сам ты откуда будешь? Барнаульская. Как до Барнаула и будешь драпать, да? Силен немец. Да со спины-то она понятно виднее. Как фамилия? Ролкин. Как? Ролкин мне фамилия. Ну вот что, Фролкин. Я из тебя дурь вышибу. Я тебя в христианскую веру приведу. На, будешь в моей воинской части состоять. А в моей части шутить не любят. Побежишь, убьют. Немцы. Свои. О-о-о. Точно. Но ты скажи нам. Это не на нас, а? Воздух! Рассредоточиться! Держать бы, милость. Не удержать. Нет. Стой! Стой, товарищ! В чем дело? Товарищ командир, там немцы. Меня послали. Скорей! Десант! Танковый! Нет самолетов! Василий! Нам, Фролкин. Убьют. На войне это бывает. Не ты их, так они себя. Математика. Так что же? Убьют или как? Товарищ командир! Товарищ командир! Нет! К пулемету! Куда? Куда же вы? К пулемету! А ты старайся, Фролкин! Я не тебя, а ты их! Берет Балтика! Ура!
Курска. Точно. Флоскарь. Ты как сюда прибился? Ну-ну, сам-то ты прибился. А я с боями своим ходом пришел. Колонны из окружения вывел. Судьба тебя, Курский, с флотскими воевать. Оставайся у нас, будешь наш ходячий трофей. Сам-то ты трофей. Задаетесь вы вашим флотом, истинный бог, прямо немыслимо. Они больше шинельки-то наши понадевали, не погнушались. Это же временная маскировка. Да. Все для победы над ненавистным врагом. Ну вот и встретились на переднем крае. Варвара Петровна, как себя чувствуете? Ничего. Так, значит, чувствуете себя ничего? Я же сказала ничего. Ну а как, страшно? Слушайте, долго будете глупые вопросы задавать? А мы для вас этот рубеж строили. Для вас. Да, этот факт, безусловно, вдохновит меня на различные подвиги. Товарищ капитан-лейтенант, вас вызывают к телефону. Капитан-лейтенант, Кравченко слушает. Да? Понятно. Понятно, есть. Маркин. Подберешься на колокольню, там убил корректировщик. Будешь корректировать огонь. Есть корректировать огонь. Судьба. И ты, значит, в пекле. Я. Ужасно я рада видеть тебя. А ты? И я. Ух ты, хороший ты моя. Капитан лейтенант. Должно быть, главные силы на прорыв тронулись. Чинненько получается. Так сказать, второе отделение. Алло! Галя! Нашла обрыв, любимый ты моя. Соединяй. Алло! Мне крейсер Киров нужен. Да не знаю я позывных, корректировщик убила. Слушай, связь, с тобой Маркин говорит, старшина первой статьи с крейсера Киров. То есть как ты не знаешь? Меня вся Балтика знает, а ты не знаешь? Ты не немец, я не немец, я бунтик! 25, 26, 27, 28. Дышать будем держать, а не будем дышать, все равно будем держать. Надоело, как вы ругаетесь. Ползи, милый. Сыночек, ползи. Алло,
Сенцов, продолжаю наблюдение. Разрешите собираться? На вас вызова пока еще нет. Остаетесь. Возьмите увольнительный на сутки. Товарищей проводите. Крейсер посмотрите. Обратно вернетесь в машину. Есть, товарищ капитан лейтенант. Разойдись. Да. Ну что ж, Новый год дома жить начнешь. На родной Куэльске. Да. Ну что ж, Флотский, стало быть, проси, прощай. Да, Курский, жаль расставаться, но на крейсер надо. Да мне тоже жаль, ребята справные, не теряйтесь. А ты, если что, про семафор на крейсер. Ну, это как вот как тут. Эх, задаете вы вашим крейсером прямо немыслимо. Сами справимся. Заело. Пехота, царица полей. Царица. Теперь эту шинельку по боку. Теперь черный бушлат, штаны клеш,
чинненько. Нет, Флотский, ты эту шинельку сбереги навечно. Серая она, невидная. А мы в таких шинельках Россию спасали. Ленинград в них отстояли. Вот дедом будешь, внучатам скажешь, дескать, смотрите, вникайте. Да. Эх, полюбил я тебя, Курский, как отца родного. Хотя отец у меня, конечно, имеется. Выдающийся отец. На фронте был, а сейчас в Ленинграде на заводе. А мать у меня, Курская. Ох, выдающаяся мать. Все у тебя, Маркин, выдающееся. Вот закруглимся с немцами. А теперь ясно, закруглимся. Точно. В Таллин поедем и в Берлин приедем. Вот тогда и приходи ко мне домой на блины. Выдающиеся блины у меня печет мамаша. Но. Да. Сядем всей семьей за стол. Да с маслицем, да с икоркой, да с водочкой. А ты вроде член нашей семьи. А ты знаешь, у нас какая семья? Выдающаяся семья. Ленинградская семья. Вот только невеста не знаю, где моя. Пропала. Ну, живы будем, увидитесь. Встреча дороже будет. На! Мучаешься, Орел? Ой, мучаюсь. Что ж тебе интендант, сапог не мог подобрать? Номер у меня солидный. 44,5. О! Да. А с виду парень хлипкий, рост обыденного. Шутка природы. А ты с какого фрица сними? Подбери фрица покрупнее. Мелкий фриц-то пошел. Не судьба мне. Пошли! Если ты меня забыла, потеряла адрес мой, я б хотел, чтобы море было рядом с вашей стороной. Эх, к такому настроению пару Жигулевского бы. А вот нам на крейсер можно? Да. Куда? На крейсер. Да. Море и женский пол – это же совершенно различные вещи. А разве вам здесь пыльно? Пыльно. Ну вот вы сколько раненых вынесли? Я 46 с оружием. А вы? А я 49 с оружием. Ну вот, 50 будет, правительственные награды получите. А вы на крейсер куда? Да я смотрю на него, ну, сосет под ложечкой, честное слово. Слушать противно. И давно это вы в него влюбились? Ой, я с первого взгляда. Как только моряки пришли в Ленинград, а мы бежали за ними. А ты, Марусенька? А я немножко попозже, когда они завернули за угол. О, слушать противно. А он-то знает? По-моему, да. По-моему, нет. Да. Нет. На загнётке сижу, долгую нитку вожу. За рекой мужики живут богатые, гребут жемчуг лопатами. Кому вынется, тому сбудется, не минуется. Ты не думай, Варенька, он ни меня, ни Маруську не любит. А кого же? А ты не знаешь. Он в тебя безнадежно влюблен. Ну вот еще. Правда, Варенька? Да, правда, Варенька, правда. Он когда к тебе подходит, у него такое глупое лицо делается, а ты все кричишь на него, ругаешься. Да? На загнетке стежок. На загнетке, на загнетке. Слушай, противно. Вот так всегда в жизни бывает. Он к ней, она от него. На загнетке стежок, долго ленит.
товарищи, прошу за стол. Там штыком ее колет. Вся обожженная, спотыкается бедная, а он ее колет. На расстрел ведет, а все колет. Но тут я его и того доставил. Зачем ты ему глаза завязал? Ему назад идти не придется. А, пусть и пленный Ленинграда не видит. Я тебе покажу. Хай! Хай! Ты скажи на милость. Пропусти. Будь свидетель. Здорово. Пить. Дайте пить. Не открывайте меня. Я страшная. Галя. Галя. Ты? Еще. Меня били в плену. Я молчала. Потом плеснули бензин, обожгли лицо. Галь. Галь, это я. Сережа. Сережа, любимый. Не надо открывать лицо. Красную невесту. Смотри! Это он. Он меня пытал. Ой. Ясно, Галя! Подруга Варей. Настя? Да. Ну как же, помню, помню. Да, изменились вы. Ну ничего, ничего. Вот говорят, хлеб нам прибавили, еще скоро прибавится. Ай!
Мать где? Такое несчастье. Папаша ваш приходил сюда и очень расстраивался. Товарищ матрос, доколе будет тянуться этот кровавый кошмар? Трудно, знаете, штатскому существовать под бомбами. А вы что тут делаете? Охраняю от налетов проклятых фашистских бандитов. Нет больше нашей старушки. Тихо. Тихо, сынок. Не могу я дышать, батя. Не могу. Всех бы их задушил извергом. Раз немец, умри. Лёхонек. Возвращение, товарищ старшина. Что ж похудал, лепешки? Надолго? Да хотел бы пожизненно. А вот пока только на суд. Да, как там, голубь моя? Средняя? Да. Постреливает. То-то, она у меня стерва капризная. Здорово, здорово. Балтика вас приветствует. Здорово. Товарищ Яков, что же это такое? А, это временно. Здравствуй, старшина. И что же это ты, Туркин? Ничего, пойдем на завод потолстеем. Правильно. Привет морякам. Здравствуй. Даем помаленьку. Здравствуй. Вот. Думаешь, хорошо? Хорошо. Эх, голуба моя. Ну, какая ситуация на крейсере матроса? Доложите. Слабая ситуация. Что так? Полундру Грибаев.
Значит, по крейсеру днем и ночью 8-дюймов. Пристрелял-то жаба. А вы и накрыть не можете. Накрываем, а он снова садит и садит. Откуда? Ты дорогу у Константиновского дворца помнишь? Ну, помню. Вот так, да? Ну. А вот тут маленький... Лесок там. Вот! Вот с него-то он и садит. Замаскировался, что никак не найти. Так. А ну-ка. Вот дорога у Константиновского дворца, а рядом маленький лесок. Здесь он и замаскировался. Надо ночью точку установить. Нет. Немец ночью осторожный. Так вот вы днем и нагрянете. Ясно? Ясно. Операцию возглавляете вы. Понятно. Заместителем Яковлев. Есть. Пойдут с вами 17 человек. Отход прикрывает крейсер. Сигнал зеленой ракеты. Ясно? Можете идти. Варвара Петровна, можно на минуточку? Сергей просил передать, что... В общем, имею неблагоприятное известие. Вашим мамам приказали долго жить. Мама! Варвара Петровна, вот Сергей просил, и я лично очень вас прошу. Вот если вам что-нибудь нужно, так я... Варвара Петровна. От действия каждой группы зависит успех всей операции. Значит, действовать смело, бесшумно и точно по времени. Подрыв всех трех орудий произвести в 17:00. Вот проверьте, ребят, часы. Ну, выполняйте. Пошли. Теперь, Флотский, тебе самое трудное. Нужно отсечь немецкие землянки от орудий, чтобы ни один фриц не пробрался. И не отходить, пока не вспыхнет ракета. Понятно? Добро. Ну, выполняй. Яковлев, я должна пойти. Ну что ж, не отсылай же одну обратно. Пошли.
Patriebe voll eingetreten. Danke, lassen Sie rühren. Ich habe eine Befehl des Regimentskommandeurs zu verlesen. Batterie! Stillstand! Ihre Batterie war der Zeit zur Niederkämpfung kriegswichtiger Ziele und der Zufahrtsstraßen Leningrad eingesetzt. Für die trotz erschwerter Schussbedingungen erreichten Erfolge spreche ich Ihnen und der Batterie meine ganze Anerkennung aus. Ich werde mich der Leistung der Batterie stets zu erinnern wissen. Diese Anerkennung wollen Sie der gesamten Batterie bekannt geben. Синенько. Ну, братцы, держись. Башнями за меня. Наворола гадалка. Обидно помирать. А в общем пустяк. Варя. Варя. Вот что. Друг.
друга моего Сергея, поцелуйте за меня крепко. Да. Мичманку мою пусть отдаст на крейсер. Хорошо. Хорошо. А тебя я любил, Варенька, как невесту. Замуж пошла бы за меня, а? Петенька, конечно, пошла бы, любимый. Обещал нам старшина первой статьи Яковы передать свой головной убор на родной крейсер. И мы будем хранить его как память, как знамя жарких боев за Ленинград. Войскам Ленинградского фронта, товарищи красноармейцы, сержанты и офицеры войск Ленинградского фронта. Ой, как красиво! Правда, Марусенька? Красиво и торжественно. Правда, Варенька? Да, очень. Яковлю сказал бы, чиненько. Чего закрываешься? Страшная я. Шрама у меня. Разлюбишь. Хорошая ты моя. Да ты для меня теперь еще красивее. А шрамы? Да у меня вся душа в шрамах. Мать родная погибла. Шрам. Яковлев погиб. Шрам. Тебя мучили. Тоже шрам. Ты думаешь, зарубцуется? Нет. И сердце от этих шрамов не остановится. Сильнее стучать станет. Злости больше. И любви тоже больше. Мы соберем расстрелевский гранит, разрушенный руками святотатцев, и сложим памятник. И пусть в веках хранит он повесть гордую о славе ленинградца. Под водительством верховного главнокомандующего, маршала Советского Союза Сталина, вперед! За полное изгнание немецких изборгов с нашей земли. Смерть немецким захватчикам! Вместе уходили, вместе вернулись. Точно. Вернулись и навсегда. Главное, выдержать. Тогда нам ничего не страшно. Тогда мы сильнее всех. Согласен? Точно. Решит приветствовать, товарищ лейтенант. Можно поздравить тебя, товарищ сержант? Так точно, товарищ лейтенант.
претенданты пошли навстречу, как герой-разведчик. Индивидуальный пошив. А ты скажи, пожалуйста. Ну, где же теперь встретимся, моряк? Где, как вы выражаетесь, рандеву? Теперь уж в Берлине, на берегу реки Спрее. Вы нам дорогу-то открыли. Ведь пехота царица полей. Значит, как уговорились, мы с суши, а вы с моря. Как уговорились, попутный ветер до Берлина. Вперед, пехота!